Лабораторный стенд – основа автоматизации производства. Стенд предназначен для выполнения лабораторных занятий в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования для получения базовых углубленных профессиональных знаний и навыков. Технические характеристики. Потребляем мощность не более 250 вольт-ампер. Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока с рабочим напряжением 220 вольт 50 Гц. Класс защиты от поражения плесным током 1. Общий вес оборудования не более 60 кг. Количество человек одновременно и активно, которые могут работать на комплекте, 2. Моноблок основ автоматизации производства состоит из следующих модулей. Модуль питания. Блок испытания датчиков давления. Электронагреватель. Преобразование уровней, позволяющий преобразовывать 3 вольта в 12 вольт. Пост управления. Мультиметры. Блок программируемого реле. Блок испытания датчиков линейного положения. Блок световой сигнализации. Плата основы цифровой техники. Операционные усилители. Плата преобразования данных.